Как часто многим приходилось видеть такую картину. Ночью, среди блеска, неоновых огней рекламы, где-то высоко горит чье-то окно. Это история человека, пока еще не обремененного семейными узами. Это один из тех людей, которые в графе «семейное положение» обычно пишут так. Пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив. Хроника. Один день из жизни холостяка. Заснуть под утро. Увидеть прекрасный эротический сон. Перед основной кульминацией проснуться от звонка будильника. Вскочить, пнуть будильник. Попасть в лоб коту. Услышать от него всю правду о себе. Попытаться в потемках нащупать веревочку торшера. Нащупать, дернуть за веревочку. Понять, что это был хвост кота. Прочитать в его глазах немой вопрос: «Ну и что ты хотел этим зажечь?» Начать в темноте пробираться к ванной. Сделать шаг влево, наступить на кота. Сделать шаг вправо, снова наступить на кота. Пожалеть животное, сделать наугад прыжок куда-то в темноту. Уже приземляясь, понять, что мы с котом мыслим одинаково. В ванной с просонья почистить зубы кремом для бритья. Увидеть в тазике белье, замоченное месяц назад. Грустно сказать себе: «Все еще кипятите?» Захотеть позавтракать. Поставить на плиту кастрюлю с макаронами, начать поиски сардельки, найти ее под диваном, вспомнить, что опаздываю, выбегая из подъезда, столкнуться с соседкой, услышать от нее: «Вчера вечером ваш кот опять орал!» Извиниться, сказать: «Я его купал!» «Я своего тоже купаю, но он не орет!» Извиниться, сказать: «Так может, вы своего не выжимаете?» В автобусе долго пытаться всунуть помятый талончик в компостер, наконец услышите сидящие внизу дамы: «Мужчина, вы на меня три раза ложитесь, а толку никакого!» Извиниться, сказать: «Он у меня потрепанный!» Прибежать на работу, вернуть ручку в входной двери, вспомнить, что сегодня выходной, плюнуть, пнуть дверь, услышать от вахтера подробный маршрут, куда идти дальше, закурить, медленно побрести домой, вспомнить, что дома варятся макароны, прискакать на кухню, отодрать макароны от потолка, начать поиски сардельки, поймать загадочную улыбку кота, почувствовать голод, найти в хлебнице прошлогоднюю горбушку, не кстати вспомнить плакат: «В каждой горбушке пот хлебороба», брезгливо положить горбушку на место, открыть книгу о вкусной здоровой пище, на второй странице захлебнуться слюной, включить компьютер, найти рецепты, начать поиск по словам «огурец плюс йогурт плюс варенье плюс чеснок», сказать компьютеру: «Сам дебил», поставить на плиту сковородку, дрожащей рукой достать последние два яйца, наступить на незаметно подкрашивающегося сзади кота, упасть, разбить яйца, схватить кота за шкирку, швырнуть в холодильник, схватить сковородку за ручку, обжечься, швырнуть на клеенку, услышать довольный хохот кота из холодильника, открыть холодильник, сказать: «Еще одно хихи, и это станет твоим родным домом», отодрать сковородку от клеенки, сделать шаг по направлению к крану с холодной водой, подскользнуться на яичном желтке, подбросить вверх сковородку, упасть лицом в желток, посмотреть в потолок, встретиться лицом со сковородкой, услышать стоны счастья из холодильника, открыть холодильник, сказать: «Я предупреждал», переложить кота в морозилку, приговаривать при этом: «Теперь ты не Матроскин, теперь ты Морозко», через 5 часов пожалеть, достать, разморозить, прочитать в глазах кота маршрут, по которому утром посылал вахтер, сказать: «А ты тоже хорош, тебя кастрировали, а ты гуляешь, консультируешь, что ли?» Найти в шкафу баночку с чем-то вкусным, хрустящим, сожрать сразу все, до конца,
поймать офонаревший взгляд кота, прочитать на банке «Вискас», доползти до дивана, держась за хвост кота, вспомнить свою первую любовь, при этом не суметь вспомнить ее имя и лицо, вспомнить, сколько стукнет через неделю, вспомнить, кем хотел стать, вспомнить, что мужчина не плачет, заснуть под утро.